Давайте для начала познакомимся с комплектацией новинки. Основное — сам планшет G3. К нему мы еще вернемся чуть позже. Основной кабель прибора UBD16 PIN и зарядное устройство для планшета, наконец, с европейской вилкой. Давайте посмотрим, что у нас находится в аксессуарах. Первое – это лист с комплектацией, краткая инструкция на китайском языке и основной набор кабелей. Давайте здесь остановимся поподробнее. Первая основная новинка у этой модели, также, как и новый планшет, это многофункциональный программатор MP001. У него есть разъемы для подключения питания, основного кабеля OBD и также для подключения дополнительных адаптеров. Сейчас мы посмотрим, что это за адаптеры. Первое. Вот такой адаптер для работы с кроватками и также подключение проводов. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Это вот такой набор. С разъемами для подключения и подпайки. Также кабель для синхронизации. И подключается он к нашему мультипрограммному адаптеру. Еще в комплекте идет вот такой адаптер. Он для подпайки IC-шек. Также подключается к мультипрограммному нашему адаптеру. И сюда припаиваются IC 8-пиновые. Далее в комплекте идет адаптер P004. Он у вас может быть уже знаком по работе с P050. Используется для подключения, например, к airbag'ам, к блокам airbag'ов, к датчикам положения руля, угла поворота руля. И также он использует кабель джампера P004 для подключения непосредственно к блоку. Также теперь в базовый комплект входит адаптер KeySIM. Он служит для эмулятора ключа в случае полной утери. И он также идет с кабелем USB. Далее у нас следует два комплекта проводов для работы с блоками управления. Это так называемый бенч А и Б. Давайте начнем по порядку с бенч А. Там идут такие провода. Подключается он к OBD разъему и непосредственно к блоку управления. Для флеширования блоков, для работы с памятью. Также у нас второй комплект Б, который служит для подключения также к блоку управления. И данный кабель у нас подключается к адаптеру P004 и к блокам управления. И последний у нас осталось — это комплект адаптеров для мотоциклов. Мотоадаптеры служат для программирования ключей на водной технике, мотоциклах, моторах, снегоходах. В комплект входят адаптеры для Polaris,
Ducati, Harley Davidson, универсальный адаптер OBD, Yamaha, техника BRP, Honda и BMW. Переходим к самому главному, к новинке. К G3. Планшет у нас немножко поменял свою форму. Как это видно, теперь есть разъем для транспондера, разъем для ключей. Здесь теперь встроены и чтение транспондеров, и встроенный тестер частоты, и предпрограммирование ключей теперь можно делать непосредственно в самом приборе. Также он получил вентиляционное отверстие. С правой стороны у нас нету ничего. В верхней части у нас появились дополнительные разъемы. Теперь у нас есть RJ45 для подключения интернета, HDMI, USB, как он раньше был, основной разъем для подключения главного кабеля, картридер, USB Type-C, зарядка и питание самого планшета и кнопка включения. Давайте включим прибор и посмотрим. И пока у нас происходит загрузка, поговорим о улучшенном железе. Теперь у нас улучшенный процессор, 4-ядерный 2-гигагерцовый. Также увеличилась оперативная память до 4 гигабайт, а внутренняя память до 64 гигабайт. Экран у нас остался прежним. Также появился Bluetooth, разъем RJ45, который мы видели. CAN-FD и Dual IP теперь у нас уже встроены в сам тестер. И вот мы включили прибор, согласились с условиями. Сейчас у нас прибор не зарегистрирован. У нас нет никаких программ. Мы сейчас его зарегистрируем. Посмотрим, как происходит регистрация. И также хочу обратить внимание, что базовый комплект идет для работы только с иммобилайзерами. То есть это прописка ключей для мотоциклов, водной техники, скутеры. Как мы видели, адаптеры уже включены непосредственно в комплект. Но также есть и дополнительные подписки. Дополнительно по подписке можно активировать 4 опции. Первое – это одометры для легковых и мототехники, включая сброс сервиса. Вторая опция – это подушки безопасности, удаление краждаты в подушках, в батарее и также в блоке управления углом поворотом руля. Третья опция – флеширование блоков ЭБУ. И четвертая опция – это тестовая платформа, которая позволяет активировать модули АБС, кондиционера, приборные панели или переключение передач. И пятое – это полный комплект, который включает в себя все вышеперечисленные опции. В базовом экране мы видим диагностику по протоколу OBD, сохраненные данные, поддержка – это инструкция, персональный центр, настройки и обновления. В настройках мы можем выбрать язык. У нас доступен только английский. Указать единицы измерения, информацию по своему автосервису, проверку беспроводной сети. Давайте сразу и подключимся. Для регистрации обязательно нужен интернет. Как мы смотрели, это может быть либо проводной вариант, либо вариант Wi-Fi. Мы будем использовать Wi-Fi подключение. Выбираем сеть, вводим пароль. Подключение у нас произошло. И возвращаемся в основное меню. Также в настройках у нас есть очистка кэша, системные настройки, в которых есть сам Android. Мы можем поменять язык операционной системы, проверить обновление Андроида, какие-то включить дополнительные функции, проверить память, батарею, настройки экрана и также сети. Возвращаемся в меню и приступаем к регистрации. Для регистрации заходим в Upgrade. Здесь нам нужно указать имя и пароль. Поскольку у нас их еще нет, нажимаем кнопку «Регистрация». Вводим имя пользователя, допустим, автоскан, пароль, подтверждаем пароль, вводим почту.
и нажимаем Next. Далее можно заполнить информацию о своем сервисе или о себе. Допустим, имя будет у нас Павел. Телефон у нас может быть Любим. Компания Interlaken. Адрес пропустим. Код, допустим, будет такой. И нажимаем регистрацию. Теперь мы успешно зарегистрированы и нажимаем Login Now. У нас автоматически появляется наш логин и пароль. Нажимаем логин и уже входим под своей учеткой в программу обновления. Регистрация прибора завершена. Теперь нам остается обновить до самой последней версии прибор, и мы его можем использовать. И теперь после регистрации мы можем убедиться, что в настройках у нас теперь появился и русский язык. Выбираем его. Программа перезагружается. Теперь у нас уже условия лицензии на русском языке. Принимаем их. Еще раз заходим в обновление. Заходим в учетную запись. И сейчас запустим обновление прибора. Вот у нас такой длинный список. Запустим обновление. И вернемся к вам уже после того, как программа будет загружена, и посмотрим меню обновленного прибора. Как мы видим, в основном меню у нас добавились иконки. Это Mobilizer, тест брелков, RFID и продвинутые функции ЭБУ. Ну и также остался UBD-диагностика. Это у нас базовая подписка. Мы ее в ближайшее время расширим и покажем вам дополнительные функции, которые появляются по подписке. А сейчас давайте попробуем пройтись по этому базовому меню. Так, зайдем в Mobilizer. Здесь у нас стандартное меню. Выбор по регионам: Европа, Америка, Азия, Китай. Но также теперь появился в левой части легковые автомобили, коммерческий транспорт, электроавтомобили, мотоциклы, водная техника. Далее встроенный тестер. Давайте попробуем. Мы выбираем здесь частоту. У нас 433. У нас отображено, как мы должны показывать, подставлять ключ. Нажимаем кнопку. Раздается звуковой сигнал. У нас на графическом экране показывается, как отрабатываются кнопки. Брелок работает. Теперь это встроенная функция. Дальше RFID. Создание ключа. Это меню у нас используется для мотоциклов. Тут можно выбирать по брендам, по региону, по типу блока управления, либо по дампу, либо по транспондеру. Возвращаемся в основное меню. Персональный центр – это данные о нашем приборе. И EBU Advanced – продвинутые функции блока управления. Здесь мы можем зайти, например, Hyundai Kia и получить продвинутый функционал по представленным брендам. Допустим, здесь у нас будет чтение режима безопасности. Либо обычный ключ, либо Proximity. Выбираем тип. И далее происходит работа с блоком. Ну вот, в общем, вкратце и все, что мы можем посмотреть на приборе G3. Смотрите наше видео по примерам программирования ключей, по работе с подушками. Они у нас будут появляться и на YouTube-канале, и на Telegram-канале. Следите за нашими новостями.